Так. Да, кстати, давай это, давай сделаем, посмеемся на стриме все над тобой. Открой свой уровень VIP-а. Угу. Чёрт, подожди, все его свое время. И кого? Куклу Титана, который у меня до 22 года. Прошу, во что играть будем? Нормально. Платина. Сейчас будем что-нибудь, что запустим? Сейчас в чем придумаем? Платин, ты открыл? У меня все открыто. Бля, во-во-во. Пацаны, у него платина, зацените. Это просто ужас, как у него был VIP. Он скатился до платины. Это просто жесть, ребят. Платина. Это просто контент новый на Ютубе. А ты знаешь, из-за чего это? Я сейчас покажу. Удали игру. Это из-за нее. Вот из-за нее, ты понимаешь? Вот. Из-за нее випка была, ты понимаешь? Из-за нее. Сейчас у меня погрузится, подожди. А, я понял, да. Так бы она вообще у тебя не была, да? Ты, ну что, скоро у тебя там это, X-Hunter, да, там есть? Смотри, X-Tracker. X-Tracker, да. Да, до 13 числа, если я открою, наберу 300 очков. Это сколько мне получается, нахуй? Это мне надо... Ну, 1010, наверное, да? Мне надо 50 безлимитных открывать. Ага. А они сколько почем? Чё почем? Да, у тебя денег много. 6000 за 30. Тысячи меньше. 6000. Ну, да, ой. Ну так, я говорю, десятку у тебя выйдет. Скидка 10% выгодно. 10 выгодно. Бери быстрее, пока не кончилось. О, зараза.